Но не влазит. Угу. Недоволен. Да. Еле уговорила мне рыбки купить. Не еле, а я сказал тебе, иду. Селёдочка, килечка, лучок замариновала. Там ставритка и даже брюшки лосося, чего здесь только нету. Что у нас сегодня в меню? Угадайте. С трех раз. Правильно, это суп гороховый. Кто угадал? Хороший получился. Аж сладенький. Горох разваривается хорошо. Гуманитарный горох. Еще с лета остался у нас. Из гуманитарных запасов. Так что не зря запасались. Видите, как пригодился. Супчик вкуснейший. Вкуснейший. Надо обедать быстрее. У нас холодильник. Так ты скажи заранее, что ты едешь куда-то. Ничего не влазит. Так там а собачья еда. Кости и надо иметь. Там пол холодильника собачья еда. Кости. Но не влазит. Угу. Недоволен. Да. Еле уговорила мне рыбки купить. Не еле, а я сказал тебе, иду. Еле-еле. Чуть ли на колени уже не упала. Что ты брешешь и ржешь? Покажи себя, что ты ржешь. Не покажу. Потому что ты не хочешь, ты вранье. Гляньте, какую он мне селядину купил, жирную, толстую. Да я начал гнать на нее, говорю, то вот они какие-то не очень. Да сегодня выложили с бочки. Угу. Там мы вам сейчас прям с бочки достанем. Боже, бедные продавцы. Я это говорю, ну так достаньте мне с бочки. Типа она самую лучшую выбрала. Просто они там на витрине, вы же понимаете, ну, я все понимаю. Понимаю. Мне показалось, она помятая, треснутая. Ты начала... Молодец, Эдик. Короче, я их задолбал, они там прыгали. Ну ты ж любишь задолбывать всех. Нет, я люблю справедливость. Меня больше всех. Так, это что, пряности там, пряности, видите? Пока не пойму, что это за рыба, это килька. Телефон аж мешок с рыбой засунула. Теперь вонять будет. Это у нас что? Это два кусочка ставритки последние. В маринаде. Угу. Хорошая рыба. Так, а это у нас брюшко лосося. Тут все по 300 грамм. Наверное, брюшки 300 грамм. Килька 300 грамм. Брюшко жирные, наверное. Ну, ничего. Это самый дешевый вариант. Лососевый. Вот такой запас рыбы у нас. Ну и тут Эдик привез небольшие закупки. Яблочек купил зеленых, лимончик один, пакет соды, майонез щедро. Мы всегда берем этот майонез щедро. Сырок со сгущенным молоком. Два штучки. Пакет молока. Сыр кисломолочный, бананы и батон хлеба черненького. А там немножко картошки подкупил, наверное, килограмма два. Меня просили еще по ценам рассказать, что почем стоит. Хлеб 15,90, сыр кисломолочный 46,90, вот такой. Сода 33,90 за упаковку. Молоко 27,40. Майонез 69,10. Ого. Банан по 71,95. Лимон по 57,95. Яблоки по 10,55 на 10,15. Сырок по 6,80. И общая сумма 290 гривен. Вот такие у нас цены. Картошка, пюре готово. Правда, на воде, но со сливочным маслом. Вот. Рыбку перечистила. Селедочка, килечка, лучок замариновала. Там ставритка и даже брюшки лосося. Чего здесь только нету. В общем, в ассортименте. Все, ужин готов. Всем приятного аппетита. Редко попалась с молоками, с такими большими, жирными.
молоками. Там где-то они в глубине молоки эти. Но я не выбрасывала. Все пригодится. Можно сливочное масло сделать. Рыбное с молоками. Подпишитесь на канал и поставьте лайки. Лайки. Лайки.